общем, проверяем 6 мая 2024 год. Северный степной Крым. Проверяю, короче, магазины на подливку. Там я уже поменял местами, блин, поправить крышу. Короче, просматриваю так вот. Смотрите, открываю семью. Слабая семья. Заливка есть. Середину только льют. Вот, семья послабее, магазин хуже осваивает. Теперь смотрим, соседняя семья. Вот. Магазин битком. На край. Так. Не дымило я ничего. Смотрим крайнюю рамку. Сейчас покажу. Видно, да? Внутренняя сторона подлита. Значит, там все залито. Снаружки еще нет. Крутим вот так. Разворачиваем, ну, чтобы и внутреннюю сторону подливали. Но суть сейчас не в этом. Сейчас я вам покажу чуть-чуть другую тему, что я еще бывает делаю. То есть в магазине здесь, короче, одна летная пчела. Сейчас получается, можно немножко как бы выровнять. Каким образом? Короче, смотрите. Блин, не знаю, как бы вам это показать. В онлайн режиме. Сейчас попробую. Короче, ну мне две руки просто надо. Давайте так потерпите, я вам покажу, что я делаю бывает. С этим полегче будет, а вот с соседним будет посложнее. Вот, видите, ничего не дымлю. Абсолютно ничего. Терпите теперь. Сейчас я вам положу. Опа. О, сейчас покажу. Короче, пчелами, видите, взял, перенес сюда. Там молодые пчелы. Вот. И там трещит. Здесь как бы немножко семья послабее. То есть, вот, теперь я их поставил сюда. Никакую матку не отыскиваю, никто ее там не убьет. Там внизу пчелы сидят. Именно матки гнезда, а это молодняк весь в магазине. А вот этот магазин слабо обсиженный. Берем. Не соскочил, тяжеленький все равно. Ну, короче, вот так вот. О, понял? Вот так вот делаю. Таким образом немножко выравниваю семьи. Понял? Смысл. Как бы теперь эти пчелы, у них появляется место куда лить, потому что у них некуда было практически лить, там все залито. Магазин. А у этих пчел появляется... Ну, у этой семьи появляются дополнительные пчелы, она подсиливается. А здесь оттянем, короче, еще как бы роевой период. Все, а эти объединятся. Все, и вот так вот делаю. Там я сделал так же самое. Короче, хотел стряхивать сначала, потом подумал, да нафиг надо. От более слабой просто забрал магазин. Сюда поставил, там где есть что лить. А от этой, короче, залитый магазин вместе с пчелами отнес, поставил туда. Все. Вот так вот я тоже работаю. Сейчас тоже скажут опять, что я какую-то херню несу, но я так работаю, я вам показал. Я делаю, беру, переставил, вообще без дыма, без ничего. У меня работает. Там молодняк весь сидит в магазинах. Летка сейчас вся, она, блин, либо внизу, либо в полете, короче. На поисках. То есть вся старая пчела, она сейчас внизу сидит. В магазинах там только молодые пчелы. Их никто бить не будет. От того, что я поменял магазины местами, то есть ничего не будет. Никакой драки не будет, вообще ничего не будет. Они сейчас запахом также пропитаются своих маток и все. Все вот такой вот вариант. Сейчас там смотрю, если что, тоже меняю, рокировку делаю. Ну, короче, либо вот там чуть есть. Ну, короче, вот так вот бывает немножко делаю. Вот такую вот рокировку. Потом получается, когда уже сильно жарко, бывает некоторые семьи, да, перерастают, там вываливаются, а некоторые есть послабее семьи. Например, вот этих вот пчел, которые вываливаются, я также тоже беру, прилетка, да, висят они там жарко. Я беру, переношу, короче, ставлю слабо семьи. Тоже без всякого дыма, без ничего, они заходят. Ну, летка, короче, слетает домой, назад молодняк весь залазит и подсиливает, короче, слабаков. Вот таким образом выравниваю пасеку, поняли? Потому что все равно где-то есть вот перерастают, где-то не перерастают, где-то вот уже-то троица пыталась, где-то еще как бы далеко до роения. Ну, в общем, таким образом немножко как бы усредняю пасеку. Слетело это, сейчас накрою.
Ну все, дальше пошел уже, вот я прошел. Прошел, сейчас вот так посмотрю. Там нашел именно семья, где было битком залито. В основном это делается... просто получается, вот есть семья, да, и она уже залита как бы битком. Но ставить еще один магазин, и они будут размазывать, растягивать, то есть не имеет смысла. Но у нее есть потенциал, а у этой семьи, например, она слабее, сами видели, там еще есть куда лить, как бы это. Ну, я беру вместе с пчелами, то есть я просто меняю. А от перемены мест слагаемых сумма не меняется, короче, так сказать. Ну, короче, на пасеке. Это все в пределах пасеки, и все это работает. Так что, ну, вот такие бывают. Такую тоже использую. Вообще много разных приемов использую, ну вот. Сейчас зашел, раз по факту открыл, залито, я вам посмотрел, битком залито все. Что делать? Магазин еще как бы ставить не имеет смысла, потому что обсидки не так много пчел. Но при этом уже лить некуда. Что делать? Ну, взял, поменял местами с другой семьей, с более слабой, и все. Мед никуда с пасеки не денется уже. Он как был, так и будет там. Все. Просто этот мед в более слабой семье там добавилось сейчас пчел молодых вместе с этим магазином. И этот мед будет кому-то работать, допечатать, и они будут потихоньку что там доносить. А в этой семье появилась куча места, как говорится, под новый мед. И при этом количество корпусов никуда не делось. Ну и чуть-чуть пчел мы немножко сдоили туда, перенесли. В общем. Ну поняли, тем самым как бы чуть отсрочили роение и, в общем, сделали, усредняем. Короче, это называется вообще, в принципе, как бы это усреднение пасеки. То есть усредняем пасеку. Можно расплодом дергать, можно пчелами, можно вот таким вот маркировкой магазинов. В общем, немножко усредняем пасеку, делаем ее плюс-минус, короче. Чтобы она плюс-минус была одинаковая, понятно? Вот, чтобы равномерно они, в общем, росли. Спасибо за просмотр, всем пока.